Как стало известно, Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то довели до конца свой затянувшийся на 2,5 года развод. По информации, полученной изданием The Blaze, судья подписал документ, согласно которому Анджелина и Брэд отныне официально свободны от брачных уз. Но ставить в этой истории точку пока рановато. Из документов следует, что бывшие супруги все еще не урегулировали до конца некоторые вопросы, в том числе касающиеся раздела имущества. И теперь, по полученному ими разрешению, они могут завершить решение спорных аспектов уже за рамками бракоразводного процесса. Поэтому они продлили до конца декабря 2019 договор с занимавшимся их разводом частным судьей, чтобы тот помог им преодолеть оставшиеся проблемы. Что же касается главного пункта, по которому так долго не могли договориться Питт и Джоли, то есть опеки над 6 биологическими и приемными детьми пары, то по этому поводу окончательное решение пока не обнародовано. Но по слухам, Питт все же получил то, за что так долго и отчаянно боролся, то есть равное с Джоли право в воспитании их детей. Анджелина объявила о своем намерении развестись с Брэдом в сентябре 2016 года. Причем первоначально она требовала запретить Питту видеться с детьми наедине, без присутствия назначенного судом психолога. Она обвинила мужа в ненадлежащем обращении с младшими членами их семьи, так что в отношении актера даже было проведено полицейское расследование. Но стражам порядка не удалось выявить никакого состава преступления со стороны Питта. Все это время Брэд, стремившийся получить доступ к своим детям, упорно работал над собой. К тому же, он успел пройти курс лечения от алкоголизма и публично признать свою вину в крушении брака. Так что в конечном счете судья встал на его сторону и потребовал, чтобы Джоли не мешала Питту видеться с его детьми.